последним данным, нижняя кромка ледохода наблюдается в районе населенного пункта Пеледуй. Густой ледоход. На реках Алдан, Вилю и Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На северных реках Колыманди, Гирка и Яна – ледостав. На территории республики подтопленных населенных пунктов нет. В районах работают оперативные группы МЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было организовано взаимодействие с главой администрации Ленского района, также с комиссией по чрезвычайным ситуациям Ленского района. Проверены организация работы группировки Ленского района, также пунктов временного размещения. По нашей оценке, органы управления силы к предстоящему половодью Ленского района готовы.